Нет, прости, не могу. Я никак не могу перестать думать. Эта мысль просто преследует меня. Мне это начинает надоедать. Мне необходимо твое внимание. Ерунда какая-то. Он проехал мимо книжного склада, а полиция окончательно заявила, что это была сквозная рана. Как же мог Освальд стрелять с двух разных точек? Чепуха какая-то. Вот что. Он был недостаточно меткий стрелок, чтобы поразить движущуюся цель с такого расстояния. Но если там был еще один убийца, тогда, возможно... Что же было тогда? Мы уже говорили об этом. Они сделали вывод, судя по патронам, из ружья. Что ты хочешь этим сказать? Что в заговоре принимала участие комиссия Уоррена? А почему бы и нет? Ага, Эрл Уоррен. Дорогая, я не знаю Эрла Уоррена. Линдон Джонсон? Линдон Джонсон политик. Ты знаешь, что за этика у них? Эти парни хуже тех, которые детей совращают. Поверь мне. В таком случае они все в заговоре. ФБР, ЦРУ, Эдгар Гувер, и нефтяные компании, Пентагон и уборщица мужского туалета в Белом доме. Уборщицу я бы не считал. Ты размышляешь насчет заговора, чтобы не заниматься со мной сексом. Боже мой, она права.